Идет. Но с мячом пока больше находится Барселона. Неймар. Снова он пошел в середину. Ракичич себя предлагает. Увел защитника. Месси под левый передал. Гол! Лео Месси! Нельзя! Нельзя курить на стадионе. Нельзя оставлять Месси одного в чужой штрафной. Вот так вот под левую ногу. Но каков Ракичич? Да, он не поучаствовал в этой атаке. Коснувшись мяча, но как он сейчас увел защитника. Обратите внимание, это на повторе. Заставил Тремулинаса сместиться в середину. И это позволило Месси иметь лишнюю секунду, чтобы мяч принять, обработать и послать его с левой ноги обводящим ударом в дальний угол. 1-0. Смотрите, вот Тремулинас ушел и уже не успевает сюда переместиться. Ну а Рико отыгран. Сколько таких Месси мячей положил. 34-й гол Лионеля Месси. Закройте ему левую. Да кто-нибудь сделает это или нет? Фантастически сказано.